17 команд образовательных учреждений Магадана приняли участие в военно-спортивных соревнованиях. Для юношей Колымы прошли открытые городские лично-командные состязания по военно-спортивному многоборью «Магаданские витязи 2021». Мероприятие ежегодно проходит в спортивно-военном центре «Подвиг» в феврале, будучи приуроченным ко Дню защитника Отечества. В этом году у нас участвовало порядка 70 человек в этих соревнованиях. Это 17 команд. Значит, на сегодняшний день подвели итоги. Эти итоги сейчас будут озвучены, и победителям будут вручены призы ценные и дипломы, грамоты. Ребята показали свои навыки по стрельбе, сборке и разборке автомата и спортивной подготовке. Победителем состязаний «Магаданские витязи 2021» стала команда горно-строительного колледжа. Уже второй год подряд в этих соревнованиях они занимают первое место. От центра «Подвиг» на состязании была только одна команда. Остальные бойцы – учащиеся общеобразовательных учреждений Магадана. Помимо магаданцев, показать свои навыки на соревнованиях приезжали и ребята из поселков Армань, Сокол и Уптар.